Предупреждать негативные явления в информполе призвал Касым-Жомарт Токаев на саммите «Россия-Центральная Азия». Он напомнил, что в условиях ускоренного развития цифровых технологий и соцсетей любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. Для пресечения попыток посеять раздоры, смуту общественным организациям и профильным министерствам стран региона необходимо наладить более тесное сотрудничество. Президент напомнил и об ответственности в этом вопросе государственных деятелей. В результате многолетних усилий по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет. Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей, то есть от нас самих. К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания, в том числе в адрес глав государств, обвинения, которые ни на чем не основаны, и все это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества. Также Касым-Жомарт Токаев одним из дестабилизирующих факторов назвал неурегулированный вопрос границ между отдельными странами региона. Президент призвал решать этот вопрос исключительно мирным путем. Процесс должен проходить в духе неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов международного права и устава ООН. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие региона, подчеркнул Токаев.